Она у нас не привыкла, будем сейчас всеми руками ее держать. Пироженки, торты, торты. Я бабочка! Пробуй, Милана. Всем доброе утро. У нас давно не было влога нашего семейного. Вот так вот у Миланы температура сегодня. Почему-то у нас сегодня случайно вылезла. Мы не можем понять почему. Но это не мешает ей стоять головой вверх. О, головой вниз, ногами вверх, да? Кстати, Милана у нас всегда так себя вела на температуру. 37-39 у нее температура, она все равно скочит, прыгает и делает все подряд. А как вы себя ведете, когда у вас температура? Маша, что у тебя, кормушка болит? Нет. А зубик? Мы зуб недавно лечили, я думаю, что это может быть из-за него. Знаешь, что нам нужно сделать? Нам надо постричь Эльке ногти в очередной раз. Поможешь мне? Нет. М? Нет. Почему? Эй! Что это такое? У нас сейчас утро, мы позавтракали, померили Милане температуру, которая уже, в принципе, начала сбавляться. И это видно. Я покормила уже наших всех питомцев, я покормила всех своих детей, вот, я покормила муравьев, надо сейчас Эльке постричь ногти, и после того, как мы Эльке ногти постригем, надо будет ее тоже покормить, да? Нет, надо сначала Милану причесать. Кто еще не любит причесываться? Пишите. Я. Давай расскажем ребятам, как ты себя капризничаешь, как мы тебе его услышим. Хочешь? Нет? Можешь поздороваться? А что, снимаете, да? Да. Hello! Доброе утро всем! Так, Илечка, я знаю, что эти процедуры ты не любишь, но надо нам с тобой почистить глазки, чтобы были они красивые, и носики. Чего ты у меня вся в козульках такая некрасивая девочка, да? Не больно. Нет, ей не больно, ей просто неприятно. Тебе же не больно, когда тебя козульки вытаскивают? Нет. Молодец. Вот, смотрите, какая у нас красавица. Красавица, красавица. А теперь будем стричь ногти. Так, ну что, Эля, я сегодня хочу... попробовать стричь тебе ногти новой штукой. Ой! Реакция Эльки. Вряд ли она сильно счастлива, да, или скажи? Да ну что? Эля, мамина. Эля у нас очень не любит стричь ногти. До сих пор Эля у нас не любит стричь ногти. Эля, ну вот, ну надо. У меня новое средство. Я стригла в прошлый раз и вот этим, а сейчас хочу попробовать стричь вот этим. Она как-то попроще управляется. Да, мне это больше нравится. Но Эли от этого как-то не проще, смотрите. Она сидит ровно, пока ее не начинаешь двигать. Спасите меня. Пока не начинаешь ей стричь ногти. Короче, будем сейчас ногти дальше продолжать стричь. Она у нас не привыкла, будем сейчас всеми руками ее держать. Милан будет мне помогать, поэтому снимать мы уже не сможем. А общими усилиями мы постригли ногти Эльке. И сейчас, чтобы ее немножечко порадовать, мы дадим ей корм. Давай, Милана. Кушай, мой хороший. Кушай, ты молодец, наша девочка. Кушай. Все вместе ее держали, чтобы постричь. После стресса будет кошечка заедать его. Ну, а мы пошли дальше. Что вы делаете? Расскажи, что ты делаешь. Мама вот сейчас будет гладить. У мамы тут глажки целая куча. Мама уже начала. Милана тут рисует. Расскажи, что ты рисуешь. Это снегурочки, а это сердечки, вот птички. Прикольно. А вот почему снегурочек двое? Потому что они прикольные. Смотри. Так. Милана хочет показать, как она научилась вставать на мостик с положения стоя. И ты? Тебе помочь, Милана? И вот так вот все у нас спортсмены. Смотри, Даня.
А Данюшка, смотрите, играет с лизуном. Ему нравится их в них это. Что? Няня, иди покажи, как ты играешь в лизунов. Ну-ка. Вот так. Кот. Кот? Ты как будто асфальт это раскатываешь, да? А трактором потом убираешь мусор? Угу. Прикольно. И складываешь сюда, да? Угу. В общем, так вот Даня играет лизуном. Мы вот недавно его делали на видео, вы видели. До сих пор играет Даня, ему так нравится. Хочу показать, для того, чтобы снять челлендж, мы заказали сегодня огромное количество тортов, просто только посмотрите на это. Тут можно просто пироженки, торты, в общем, сегодня будем делать объедашки. Ну а вы смотрите наш новый челлендж обязательно и ставьте лайки. Ну что, вы на месте? Да, папа, мы готовы. Готовы? Мы с Миланой предвкушаем и не знаем, какой будет первый вкус. Милана, ты можешь догадаться? Более того, мы в принципе не знаем, какие вообще там вкусы могут быть, поэтому... Погнали, закрывайте глазки, я вам даю первый тортик. Только не поглядывать. Давайте по-честному. Друзья, помните, я вам говорил, какой это вкус? Я думаю, вы помните. Давайте первый дадим маме. Пробуй, мама. Так, и Милане давайте дадим также. Пробуй, Милана. Говорите свои варианты, друзья. Так, ну, давайте рассуждать. Давай, говори, Милана, ты первая. Клубника и ваниль. А мне кажется, это что-то очень сливочное. Было очень нежное сливочное пирожное. Можно глаза открывать? Да, можно. Мне кажется, это было какое-то сливочное пирожное. Вот я бы просто назвала какой-нибудь пломбир какой-нибудь. А мне кажется, ваниль и клубника. Так, ваши варианты засчитаны. Мы решили не есть эти тортики в одиночку, а позвать к нам в гости кое-кого интересного. Смотрите дальше, чтобы увидеть, кто пришел к нам в гости. Кто к вам пришел? Никита! Ну подождите, они еще не успели подняться, они только в домофон позвонили. Привет, это Витя! Всем привет! Привет! Заходите! Привет! Привет! Привет. Привет. Тяжело добирались? Да. Привет, загорелые, красивые, заходите. Ну что, осваивайтесь, играйте. Смотрите, не стесняйтесь, у Миланы с Даней куча-куча игрушек. Милана, ты хоть показывай, где у тебя поинтересней, если вы еще играете в игрушки вообще. Да, играю, конечно, играю. Всем привет! Друзья, вы на канале Family Box, и сегодня мы сразимся с... Несравненными Кикидо! Так, Дима, а ты... А я зеленый, да. Это папа. Мы должны выполнить сегодня все задания и дойти вот сюда, до финишек. Задание выполнили, остаетесь. Не выполнили, значит, уходите на столько стрелочек, сколько указано в карточке. Такая бабочка. Ну, смотри, мне понравился этот парик. Вот это полноценная бабочка. Ну, поехали. Я бабочка. Я там приготовила вам что-то вкусненькое. Хотите попробовать? Пойдемте посмотрим. Ну что, садитесь, гости дорогие, будем кушать. У нас много сегодня тортов и пирожен. Выбирайте, какую вам хочется попробовать. Вот то. Вот это красивое, вот это вот. Так, это челлендж, да? Это да, это почти угадай, челлендж. Да, кому угадай вкус, да? Угадай вкус. Нет, подвох в каком-то из них, да? Нет, подвоха нет. Можете есть любое пирожное. Это фисташка малина. Я расскажу сразу. Это не брокколи, Камиль. Это фисташ. Это. А вот ты попробуй и скажи нам. Давай, челлендж. Попробуй. Папа Кикидо, пробуй пироженка, и мы узнаем, что это. Ты такой хочешь? Да. Ложку. Сейчас дам ложку. Ну как? Клюква. Клюква. Что-то кислое, короче. Вкусное очень.
Ну, тут Даня, он тоже приноровился, но как-то странно. Там крем вкусный. Крем. Крем? Да, я не крем. Ты не любишь крем? Вкусно? Ну что, приятного аппетита всем! Спасибо. Приятного Спасибо. Аппетита! Что делаете? Киря! Играете? Ну, какой-то жулик забрал у меня половину волос! Кажется, я знаю, чей это голос! Отца? Именно так Камиль ругается на Аминку в своих видео, да? Угу. Что, вы лепите тут? Активно? У кого что получилось? Ох, как хрустит, да? Амина, ты тоже что-то лепишь? Да, они взяли меня и испортили. Вот, там. Ага. Смотрите. Ух ты. Покажи, что там у тебя. Эскимо. Смотрите, не слопайте. Ой-ой-ой. Наш вечер заканчивается, гости уходят. Всем пока-пока. Спасибо, что приходили. Приходите еще.